Вторую неделю в прививочном кабинете первой детской поликлиники проходит вакцинация детей против гриппа. Она проводится один раз в год в осенне-зимний период. Кабинет работает в две смены, принимая по несколько десятков детей в день. Вакцинация является самой эффективной защитой против гриппа и ОРВИ. Сегодня у нас идет кампания очень ответственная, иммунизация детей против гриппа. В день приходят в среднем у нас 70-80 человек. Сейчас вакцина пока у нас есть, всем детям ставим бесплатно. Родители приглашаем всех прийти и привиться против гриппа. Эпидемиологический сезон по гриппу начинается с сентября и продолжается до мая следующего года. Особенно заболеванию подвержены несовершеннолетние. То, что дети после каникул болеют ОРВИ, вполне объяснимо, говорят медики. Это связано с началом учебы и возвращением в детские сады, когда ребенок контактирует с большим количеством сверстников. Нам срок давали до 16-го поставить первое введение детям. Это с 6 до 3 лет первое введение. После второе введение, когда 28, вот интервал 28 дней или через месяц, второе введение начинается. Массовая предсезонная прививочная кампания против гриппа на всей территории республики началась относительно недавно, 1 сентября. Однако многие родители, которые скептически относились к данной процедуре, намерены привить своих детей. Пока нет таких отрицательных отзывов, чтобы дети часто не болели. Улучшения не будет, а просто то, что болезнь лучше будет переноситься, это да, наверное. В республике Тыва в преддверии сезонного подъема заболеваемости 2016-2017 годов в соответствии с национальным календарем профилактических прививок запланировано привить за счет федерального бюджета 155 тысяч человек. Из них 70 тысяч – взрослое население, 85 тысяч – дети до 17 лет. Взрослых прививают вакциной «Совигрипп», а для детского населения доставлена гриппозная вакцина «Гриппол плюс». Бесплатную прививку ставят тем, кто находится в так называемых группах риска. В соответствии с санитарных правил профилактика гриппа у нас группа риска – это в первую очередь дети. Дети до 6 лет – это организованные и неорганизованные школьники с 1 по 11 класс. Взрослое население – это беременные женщины, работники здравоохранения, работники образования, лица старше 60 лет, лица, болеющие часто простудными заболеваниями, в том числе с хроническими, соматическими заболеваниями, и призывники. Гриппом и ОРВИ болеют все и везде. По состоянию на 9 сентября 2016 года привито свыше 21 тысячи жителей Тувы, в том числе около 7 тысяч детей и 14,5 тысяч взрослых. Когда начнется вспышка гриппа или ОРВИ и начнется ли она вообще, специалисты сказать пока не могут. Это будет зависеть от погоды и заболеваемости среди населения. Чинчика Шпукол, Буян Аюн, Игорь Стародомов, телекомпания «Новый век».